Без спроса сел за руль, протаранил иномарку и был задержан на месте. При этом владелец пострадавшего автомобиля заподозрил, что мужчина был в нетрезвом состоянии. Все произошло сегодня днем при разгрузке товара у одной из торговых точек. В тот момент, пока водитель-экспедитор отвлекся на заполнение накладных, грузчик сел в машину и попытался поехать. Но сделать это не удалось. Он задним ходом протаранил кроссовер Toyota и был задержан по подозрению в попытке угона. Причем сам мужчина уверяет, что действовал исключительно из благих побуждений, и никакого злого умысла у него не было, а иномарку просто не заметил в зеркало заднего вида. Какой угон, я ничего не собирался угонять. Я ни разу в жизни за рулем не сидел. Как я мог угнать? Просто меня попросили другие водители убрать, чтобы мы можем было проехать.